Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы снимаем моих роботов. Они называются Лего Бионика. Вот первый робот. Это просто пушка, и она умеет стрелять. А еще кроме этого, что она еще умеет? Ну, она может приземлиться на голову и отрубить робота. Вот второй робот. Он умеет летать, пускать бомбочки, и он стреляет лазерами. Вот еще он умеет из земли шипы, ну, шипы выпускать большие. Вот третий робот. Он умеет, ну, управлять магией льдом. Он может из-под земли шипами. Вот третий робот. У него есть лазеры, вот. Он очень мощный, потому что у него вон какие пушки на руках стоят. И он вот так делает. Боже мой, что я себе угадала. Да, я сама высота. Вот пятый робот. Он управляет магией землей, и он может поглотить робота. Какой-то маленький кругляшок. Какой-то камушек. Типа. Ну да, камушек. И повесить на дерево, где робот может умереть. Вот шестой робот. Он управляет магией льдом, вы сами можете догадаться. И вот что он умеет. У него есть дроны на руках. Он может ими стрелять лазерами. Он умеет пускать магию льда, кататься на горке льда. И вот что эти два могут вместе. Сейчас покажу. Они могут воссоединиться. Ну да, вместе соединиться. Вот как он грозно становится. Это типа его шные крылья, он может летать. Вот, типа ранец. Ноги. И теперь он очень сильный. Сильнее прежнего, да? Ну да. Так. Седьмой робот. Из Звездных войн. Угу. Мы с моим братом его построили. Здесь еще какая-то штука была. Только она мне очень сильно мешалась. Она все время падала. Мне пришлось ее снять. Вот, я добавила ему к шипы. У него есть магия. Ну, магия есть. И он очень грозный. Вот третий. Ой, восьмой робот. У него белая магия снегом управляет. Вот что у него внутри. Организм. Вот какой он. Голый организм. Вот у вас не голова, все это. Вот. Сзади что? Ладно, сейчас починим. Перейдем к девятому роботу. Вот девятый робот. У него я ему специально вот такие штуки прикрепил, чтобы он мог лазить. Вот сейчас его покажу, его шнек. Руки на самом деле. Вот его шнуры руки. Ой, сейчас быстренько открою. Вот, видите? Вот. Мне прям нравится вот эти. Ну ладно, переходим к десятому роботу. Вот он тоже. Как у этого, он тоже приземляется, только у него игла. Он может убить сразу робота, он только отрубает его. Он может стрелять вот этими. Это защита. Он тоже может вот так приземляться и отрубать. Но самое хорошее, он может твориться землей, камнем точнее. Да. Поменять цвет. А они могут землей
они наступят на нее, он сразу, типа, складется как капкан, и яд, и он умирает сразу. Это сейчас только минут. Ну вот, переходим к 11-му роботу. Самый огромный весь в мире. Какой он большой. Я его сам создавал несколько минут. Ну, он сильнее всех. И вы не отличаете, да, смотрите. Похоже. Очень. Только здесь надо вот так. Ну вот. Он очень сильно делает размах и очень сильно ударяет хвостом. Вот его же не защита, типа до задницы, к этой, вот так. И вот это вся твоя коллекция роботов, да? Да. Ну, что ты скажешь еще? Ну, это очень круто. Все. Спасибо маме, это все она мне купила. Когда я узнала только впервых о Лего Бионике, то я мне понравилось. Я хотел создать еще свою. Вот которую я покажу сейчас вам. Вот этих я всех сам я создал. Вот все они. Я сам придумал их. И вот, у меня очень было много деталей. Еще там Диминых вот такой большой был. И вот этот, у него сначала был очень слабый. Потом я подумал и улучшил его. У него сначала были руки, а теперь у него пауки. Руки. И вот. Он теперь на втором месте. У Димы был такой же, ой, у него был большой, ну, он больше его, 1000 раз. Ну, может сказать. А вот эти вот шипы, это от моего прошлого робота, который Сережа разобрал. Да. Разобрал. Вот этого. Ну, вот это мои детали, вот эти вот. Да, шипы. Вот эти шипы, это мои детали. Ну да, еще вот эта броня Диминого робота, я тоже его разобрал. Мне хотелось что-нибудь другое построить. Ну вот. Что я все придумал. У некоторых роботов есть фиолетовые. Вот штука. Да. Фиолетовые вот эти вот детали. Вот эти. Это тоже от моих роботов. Всем до свидания. Подписывайтесь, ставьте лайки. У кого тоже есть больше меня, поставьте лайк. Все. Всем пока.